Протаранило на светофоре иномарку. Авария произошла на пересечении улиц Степана Халтурина и Болотникова. Там столкнулись автомобили Mazda и Hyundai Solaris. По предварительной версии, девушка, водитель последней, въехала в стоящий на светофоре автомобиль. Рассказала, что машину просто не увидела. Помешало весеннее солнце. Нафиса Минязова с подробностями. Я стоял на перекрестке, сзади машина въехала. И все. Женщина сидит в машине. Ну, подарок. Водитель автомобиля Mazda рассказывает, в праздничный день хотел с девушкой посетить торговые центры и прогуляться, но вместо приятного досуга случилось ДТП. Рассказывает, стояли на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора, но в какой-то момент почувствовали удар сзади. Их машина протаранила автоледи на Hyundai Solaris. Говорит, что сначала они даже не поняли, что произошла авария, и лишь только выйдя из машины, убедились в этом. Не надо было ехать к 10, а вечером позвонили, что к 8. Какое-то у меня было такое, что... Не то, что было нежелание ехать на работу к 8. Автоледи рассказала, что ехала на работу, направлялась по улице Болотникова в сторону Краснококшайская. Предчувствие ее не подвело. Я только тут развернулась, я как бы к светофору подъезжала, был красный свет. Я просто машину не увидела, поздно увидела, когда уже близко подъехала. Солнце меня ослепило, и я ехала взад. Свою вину женщина полностью признала, иначе, считает она, и быть не может. Говорит, обидно только то, что все случилось в праздничный день. Споров между участниками аварии не возникло. И оба водителя вместо запланированных дел отправились в автоинспекцию оформлять документы о происшествии. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, «Вызов 112».